Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ольга Николаевна. Сегодня я подготовила для вас словарный диктант, состоящий из 25 слов. Эти слова встречаются в учебниках русского языка, но не все. Будьте внимательны, мы начинаем. Афиша. Реклама. Премьера. Аншлаг. Театр. Фойе. Вестибюль. Спектакль. Концерт. Опера. Балет. Мюзикл. Цирк. Маскарад. Парад. Карнавал. Ералаш. Забава. Представление. Развлечение. Гирлянда. Серпантин. Мишура. Фейерверк. И последнее слово – аплодисменты. Отдыхаем и проверяем нашу работу. Проверяем. Заглавная буква. А-фи-ша. Ре-к-ла-ма. Пре-м, мягкий знак. Е-ра. Ан-ш-ла-г. Те-а-т-р. Фо-й. Е. Вес. Ти. Бю. Л. Мягкий знак. С. Пе. К. Та. К. Л. Мягкий знак. Кон. Ц. После Ц. Е. Р. Т. О. Пе. Ра. Ба. Ле. Т. Мю-зи-к-л. Ци, после ци-р-к. Мас-ка-ра-д. Па-ра-д. Кар-на-ва-л. Е-ра. Лаш. Забава. Представление.
е раз в ле че после че е ни е ги р ля н да сер па н ти н ми шу ра фей е р ве р к ап ло ди с мен ты. Мы закончили проверку. Надеюсь, что все слова вы написали правильно, без ошибок. Скоро Новый год, и я вам желаю смеха, улыбок, развлечений, представлений в новогодние праздники. Ну а если вы соберетесь писать сочинения, используйте эти словарные слова в своем рассказе. До новых встреч на моем канале!